Анонс и дата выхода первой серии нового турецкого сериала «Чужая девушка». Премьера нового сериала состоится уже в октябре 2021 года. В первой серии мы увидим, как жизнь Эзо с самых ранних лет сложилась не самым лучшим образом. Она потеряла своих родителей и осталась полной сиротой. Девушка никогда не знала любви и ласки. Когда она выросла, то ей удалось встретить хорошего мужчину. Между ними сразу же вспыхнула большая любовь. Романтические отношения влюбленной пары длились совсем недолго. И вскоре Эзо вышла замуж. Она надеялась на то, что наконец-то сможет обрести то, чего ей так сильно не хватало все эти годы. Муж много работал и практически не бывал дома. А Эзо вынуждена была постоянно находиться со своей властной свекровью, которая ее сразу же не взлюбила. Женщина привыкла к тому, что сын всегда находится у нее под боком, и она не собиралась его отпускать. Очень часто она рассказывала ложные истории про Эзо своему сыну и клеветала на нее. Мужчина прислушивался к словам своей матери и полностью ей доверял. Постепенно отношения между супругами стали портиться, и казалось бы, уже от прежних чувств ничего не остается. Только вот Эзо не собирается просто так сдаваться, и она намерена бороться за свое счастье до победного конца. Она принимает решение оказать противостояние своей свекрови и хочет отомстить этой женщине за то, что она пытается испортить всю ее жизнь. Напомним, премьера нового сериала состоится уже в октябре 2021 года. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.